Чувство любви, например. Для рефлектора ощутила или не ощутила. И все, привет, все понятно. Да? Вот. Есть или нет? Да. Для конструктора это надо убедиться. Надо провести ряд исследований, экспериментов, взвесить, повесить, посмотреть, как болтается, и, собственно, из этого сделать вывод. Для центристов любовь, он не увидит различия между материнской, там, такой, сякой, пятой, десятой, потому что для него есть любовь. Он усмотрел какую-то сущность. Да? При этом, как бы, конечно, если мы ему там разберем все, он скажет, да, это все разные вещи. Ну, вот, но он всегда готов все вот свести до, вот, потому что там есть вот такие сущностные, как бы базовые, образующие вещи. И дальше можно называть как угодно. И вы говорите, ну слушайте, ну ты говоришь, ну это же ну, не такая же любовь, чтобы любовь. Ну не такая, но это же любовь. Да? Вот он усмотрел что-то такое глубоко сущностное, глубоко внутренне там как-то находящееся.